Проект «Свадьба года» выходит на финишную прямую, а мы пригласили ребят в клинику «Биоден». Для чего, узнаете прямо сейчас. Добро пожаловать. Здравствуйте, наши дорогие! Мы рады приветствовать в нашей клинике. И от стоматологической клиники «Биодент» мы дарим вам подарочный сертификат на проведение отбеливающей процедуры. Спасибо. Мы вас поздравляем! Спасибо. Красивые белые зубы, разумеется, удачно дополнят любой образ, особенно свадебные, ведь улыбка в этот день не сходит с лиц молодоженов. Добрый день! Здравствуйте! Проходите, Анастасия, присаживайтесь. Сегодня мы с вами будем проводить процедуру отбеливания зубов. Вы готовы? Да. Перед тем, как отбелить зубы, необходимо провести профессиональную гигиену полости рта. Сделать это нужно не менее чем за 2 недели. Сейчас мы определяем исходный оттенок зуба и фиксируем на фотоаппарат. На зубы Саши и Насти нанесли специальный отбеливающий гель. Затем активировали лампой в течение 10 минут. Такую процедуру нашей паре проделали 3 раза. Теперь молодожены могут гордиться своей, без сомнений, голливудской улыбкой. Нашей паре повезло, им процедура не противопоказана, однако есть и те, кому отбелить зубы не удастся. Основными противопоказаниями являются беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет, индивидуальная непереносимость, аллергическая реакция, также гиперчувствительность зубов и неудовлетворительная гигиена полости рта. Теперь Саше и Насте до самой свадьбы показана белая диета, то есть им необходимо исключить из рациона красящие продукты, иначе эффект от такой процедуры будет минимальным. Повторять отбеливание можно не более 1 раза в год. Ну что, довольны результатом? Да. Осталось совсем немного времени до встречи на странице проекта «Свадьба года».